Друзья, всем привет. Волоку доски к землянке, но это не проблема. Проблема в том, что руки мои очень сильно замерзли, потому что на улице нереально стало холодно опять. Вчера вот принесло тучи, потом бах, маленько дождичка, так слегка. И после этого вот сегодня с утра вообще конкретный колотун. Ну ничего страшного, о, солнце хоть выходит. Отправляемся в земляночки, думаю, все равно. Вот, круто и весело, вот, морозец нас подгоняет в работе. Вчера, друзья, смотрел статистику канала по странам, кто из какой страны смотрит. И Россия, оказывается, всего 50%. Вроде бы это середина, но все равно я не знал, что у нас такой интернациональный канал. Очень много из-за рубежа смотрит зрители. Давайте проверим, кто у нас самый активный. Пишите, с какой вы страны, можете писать, с какого города. Посмотрим. В прошлый раз, по-моему, Казахстан, наверное, был самый, даже больше России. Комментарий писал в прошлый год, когда я делал такой вопрос. Посмотрим в этом году, кто будет, какая страна самая такая вот душевная, любит пописать комментарий. Проверим. Друзья, некоторые из вас помогали мне в сборе на баннер, на баню поменять. Но случилось так, что деньги-то вроде на баннер скопили, там около 1000 рублей. А баннер купил, спасибо ему большое, Олег Щебыкин. Так что на ваши деньги я приобрел гвозди и бензин, чтобы знали, что никуда не потрачено, в другое место. Все уходит все равно на стройку. Большое вам спасибо, кто помог. Гвозди 120-е 2 килограмма. Ну примерно там плюс-минус 170, который 2 килограмма. В общем, за счет это 400 рублей ушло. Плюс бензин покупал для мотовездехода, чтобы сюда добираться. Хожу тут и мысли в голове гоняю. На рыбалку хочется, но, блин, времени нету. На дневную, конечно, можно выбраться со спиннингом.
Ну, так тоже. Пока думаю, как провести последующие дни. Охота на ночную рыбалку с фидером. Понравилось мне последний раз под лещичков таких крупненьких таскать. Куда бы съездить? Другое место. Возможность. В технике теперь есть, во времени нет. Вот есть несколько часов, прихожу сюда попостроиться. Дома дела есть, незаконченные. Тоже надо делать. Ну, выберу, пожалуй, может, дня через 2-3. Свободную ночку какую-нибудь съезжу, на ночную рыбалку посижу. Так что следите за новостями. Может быть, пораньше когда-то выберусь со спиннингом. Вот хотелось бы еще, конечно, здесь ночку провести. Но опять же, в недостроенном месте не особо хочется. Но, по сути, ночевать-то здесь возможно вполне. Вот так вот с банькой, закидушки поставил. На миногуль, на какое-нибудь что-нибудь еще. На червя ходить ночью, перепроверять. Баньку истопил, помылся. Что-нибудь вкусно тут забодяжил. Так что вот, всего хочется. Но, блин, надо выкроить время. Попью чайку горячего. Ну блин, вот сейчас я замерз. Начинаю шевелиться, вроде согрелся. Курточкой работать невозможно. Как бы шевелюсь, тепло становится сильно. Остановился, пока чай не грел. Блин, опять остыл. Сейчас продолжим. Будем на ходу чай пить. Так тихонько дело продвигается. Ну, я торопиться не буду. Я уже об этом говорил. Во-вторых, не получится. Тут скоро опираться будем. Желание, возможность на доски будет много. Сейчас пока подносил доску, не колотился, сейчас она уже кончается. А в день по многу не принесешь.
не привезешь. Ни на велосипеде, ни на мопеде, ни на снегоходе. Ну, на снегоходе еще можно зимой проскочить. А так, ты ни с какой тут телегой по лесу не прокатишься. И то, говорю, на тачке там вози, так-то вози. Это просто невозможно. По лесу ты... Не, это не по полю. По полю еще можно там где-то колдоебины какие-то проехать. А в лесу все вот крест-накрест. И дороги тут прорубать не стоит ради этого. Нормально получается. Все, что не идет в стройку, в дрова точно уйдет. Так что начинаем ширкать, выбирать что получше, на крышу, что похуже, в печку.
Что ж, друзья, наша строечка продвигается не по дням, а по часам. Все вообще мне нравится. Пока все мне нравится. Никаких плохих каких-то вестей, то, что какие-то проблемы столкнулся, вот здесь вот что-то посыпалось, где-то что-то обвалилось, где-то что-то я не усмотрел, не доглядел. Есть один косяк, о нем я потом расскажу, когда дело подойдет. О нем я узнал уже давно, но пока не стал говорить вам. Но косяк есть, и о нем я расскажу в последующих выпусках. Кто-то, может, заметил, кто-то, может, еще заметит. Ну что ж, все пока мне нравится. На сегодня, друзья, все. Тихонечко буду убираться домой. Видите, еще железячку решил вывести. У меня тут в лесу оставлено с прошлого года так. Немножко так, где-то местами. Вот вспомнил, решил унести. Ну, здесь вот неподалеку оставлял мешок с железяками. Ну, там килограмм 10. Вместе с мешком ушел недавно. Вот на днях принес, думаю, на следующий день увезу, потому что у меня была пила с собой. На следующий день прихожу, ни мешка, ни железяк. Все ушло. Ну, ладно. В принципе, не так уж много там потеряно, ничего страшного, помощников всегда хватает. Но в целом, все круто, время провели, сейчас на этом опять мота. Везде ходите, до дома доедем с ветерком, педали крутить не надо, шагать пешком не надо, все круто. Друзья, до завтра, увидимся, всем пока.